Так, вот я и в номере, в общем. Наконец-то можно снять маску, расслабиться, а то, блин, на улице без маски вообще никуда. Ну, номер, я вам скажу, нормальный, светлый такой, достаточно просторный, что есть некоторые номера, в бизнес-отелях особенно, что вообще места нету где-то посидеть, только маленький столик и маленький этот стул или даже там пуфик будет стоять. А тут вполне хорошо сделали. Кондиционер есть, гладильная доска, ну как во всех бизнес-отелях. Это даже как не гладильная доска, гладильная такая. Ну да, туда кладешь прям, кнопку нажимаешь, и он это отглаживает. То есть брюки или там рубашку, или еще что-то. Вот такого плана. Тут, конечно, шкаф небольшой. Ну это... Это нормально, туалет такой цивильный, под мрамор сделано, хотя вроде как дерево, не знаю. Нормально, нормально так. Tokachi Resort Station написано, и туалет японский, где много кнопочек. Ну, но есть перевод, да, вот здесь уже как бы уже удобно пользоваться. С переводом-то, конечно. Так, ну и что тут еще? Вид из окна покажу. Вид тут, конечно, хороший. Вот, видно отсюда, не знаю, муниципалитет или что это, дом культуры какой-то там. Какие-то лабиринты из кустов сделали. Интересные лабиринты видно там, вон. Дороги, как вы видите. Да, это... Практически как в России, даже может быть и похуже будут. Тоже заплатками ремонтируют, никто не перекатывает, куча трещин. Из-за того, что здесь постоянно идут дожди, снега, погода сырая, все это. Ну, вот видно, что вот здесь асфальт в центре нормальный, закатан, новый, да. А на вот этом роторе асфальт старый. Вот есть даже, кстати, голубые ели. И там какие-то фонтаны красивые. Надо будет потом еще туда сходить, посмотреть. А это вот у них станция местная. Это Обихиро называется город. Ну, как городок такой. Людей нет. А вот термометр написано, что где-то 10... 15 градусов, ну да, где-то около того, 13-15 градусов сейчас, прохладно, в общем, погнали мы сейчас. Гуляем в холодрыгу, по японским меркам, по мне так норм, самый то погода. Вот у них тут олени пасутся. В большом количестве, 3 штук. О, есть даже SMBC, только это не банк, это страхование. Кока-кола. Дармон Гуканайдес. Миса Гашиматэн. Мамбо? Мамбо, это кинчи. А сонан? Хачичи маде. Занай. Хачичи маде. О, гульфи мас. Суши. Боинг. Чиней. О, икурума. Всякую модель делай весна. В общем, ищем, где бы покушать место, но из-за emergency статуса почти все места закрыты и нету посетителей. Да народу вообще нет на улице. Как вы можете видеть, сейчас воскресенье, вечер, людей должны гулять, но мало кого можно встретить на улицах города. Соусная. Фига, это известная штука. Вкусная.
А она делает цветы. В общем, тут всякие печеньки и мияги. Это самый известный ритейлер по мияги здесь, на Хоккайдо. Это варианты. Potato chips. Potato chips. 150 йен за одну пачку, за коробку 1800. Интересные potato chips с цветами. Я такие ни разу не пробовал. Ладно, потом, может, как-нибудь попробую, сейчас голодный был. Вот такие цветы у них туда есть. Вот такой вот бренд. Это известная контора по производству и по продаже амияги. Вот этих угощений с собой из путешествия, чтобы привезти. О, поехали эти местные. Местный пацанчик. Как ты их там? Босодзокуды? Нет, не они. А вот еще один отставший чувак. Нет, диски-то норм, а вот, блин, вампира и все побито. Как-то не очень. Это тут плаза у них такая. Очень похожа на плазу в Кагошиме. Да, такая же широкая, но к сожалению, опять же, магазины почти все закрыты, и перекусить негде даже. Вверху там крыша. Закрыто все, закрыто. Новый день, новый бложик. Тут мы, значит, расположились перед зданием на парковке с нашей аппаратурой. Вон там сзади видна. И сейчас погода более-менее наладилась. Был дождик, он все мокрый вокруг. Тут, как вы видите, наша станция стоит погодная. Здесь замеряем, что к чему. И вот там вот сзади меня еще в палатке сидят там эти товарищи. И снова всем welcome. На этот раз мы продолжаем тестировать всякие дроны. И вот на данный момент у меня в руках находится пульт от Матриса М300 модель. Вот от него коробка. Вон там стоит. Это одна из последних разработок от DJI. Вот так он выглядит. У него там какая-то супер навороченная камера. Вентилятор во всем он работает, охлаждает процессор. Штука интересная, конечно, вот расположение двигателя немного другое. Здесь находится сверху это антенна RTK, а там спереди это от пульта управления антенны. Вот так выглядит все. На самом деле он как бы летает достаточно спокойно и тихо, несмотря на свои размеры, поэтому многие используют данный дрон также для того, чтобы подвесить две камеры или даже три камеры. Там сверху можно повесить, вот сюда вот повесить подвес и одну камеру сделать сверху, а спереди можно сделать две камеры их. То есть очень удобно, либо вот одну большую вот такую повесить. Прикольная модель. Что, будем летать? Попозже покажу, как он летает. Ай.
что можно еще сказать про этот город? На самом деле, мы сейчас находимся в Сарабе-Цумура, называется место, и тут достаточно тихо, вообще никого практически нету, как вы видите. Это центральный холл для, ну, для разных мероприятий. Также здесь находится культурный центр, там небольшой музей этого города. Но, как видно, тут не то, что машин и людей даже нету, никто не особо не ходит. Хотя сейчас, ну, как бы рабочий день уже заканчивается, уже вечер. Но все равно мало народу, никого особо не видно. Поэтому вот там приехали трое вот студентов. Сейчас они там собираются поиграть, видимо, куда-нибудь сходить. Так, вот он, Фурасато. Это небольшой музей. И также спортивные площадки рядом. Как видно, сейчас пришли парни со школы поиграть в футбол. Они тренируются там. Но мы пойдем посмотрим вовнутрь, в какой музей там они отстроили. Тут у них находится трактор, олень. Так я понял, что здесь уже всех оленей перестреляли. Это последний из оленей, которого замочили и сделали из него чучело. Также медведи, большой, малый. О, с такими причиндалами здесь тусуется. Все нормально. О, он такой добрый. Просто ему не наливает, поэтому. Тут у них тоже, видимо, последний медведь был. Ну вот, из которого сделали чучело. Тут показано, чем они обычно, крестьяне, на медведи ходили, как я понял, да? Тут тесак такой с пилой нехилый. И вот, я не знаю, это прям такая мощная пила, одноручная. Также здесь топор, утюги. Ну, это, видимо, кидались в медведя, чтобы его оглушить. Вот одежда. Это у местного ниндзя была такая. Ну, это вот, судя по всему, последние инструменты, которыми они пользовались. Потому что после таких проделок они все побросали и свалили нафиг. Последний трактор на новой резине, причем, видимо, уже старая, уже все негодная. Ну, такой вот он еще на ходу. Там, кстати, ключи есть, можно завести и сгонять. Нехило так. Вон, по нему тут написано. Ну, как оно называется? Вот оно как называется. Сарабе-Цумура. Всякие вон кнопочки. Это свет, видимо, включается. Вот такой медведик. Большой, из дерева. Ну, и тут у них эти музейные экспонаты, как вы видите. Трогать, конечно, ничего нельзя. Но так посмотрим. Старинные инструменты, рубанки всякие. Старинная ступа, которую, видимо, готовили они. Тут типа котелок, печка, радио вот такое старое. Все оригинальное. Это не какие-то новоделы или фейки. Ну и, в общем, здесь инструменты, опять же. Склянки, банки, разные вилы, грабли. Ткацкий станок. Ну, точнее, для того, чтобы пряжу делать из этих. Вот они, кстати, здесь так вот жили раньше. Вон, видите, такие дома прям как на русские деревни похожи очень. Не японский стиль явно. Там какие-то, то ли, видимо, с России тоже очень много приходили. Вот видите, такие избы прям. Но явно не японские. Ну, то есть это совсем другое. Другая культура здесь, походу, была всегда. Вот, видите, вон деревня, пожалуйста. Вот такие дома были. Вот тут это как корзинка, ботинки, носки. Ну, это, видимо, обувь тоже такая же была. И здесь бинты или переповязки на руки, на ноги. Судя по всему, лампы, местная обувь. Гуччи, Армани тут,
всякие Шанель. Чего только нет. Адидас и Найки тогда еще не выпускали, предлагаю. Так и колокол. Звонарь, видимо, где-то был. Вот они, пожалуйста, по улицам вот так гуляли. Там у них мероприятие. Вот. У них драг-рейсинг на тракторах. Показывают. Как раз вот он, этот трактор посередине расположен, который сзади там стоит музей. Вот тут у них прям ребята серьезные, такие очень агрессивно выглядят. Ну и тут всякие тоже трактора. Вот они сидят. Зима, вот, пожалуйста, снег там даже видно. У людей тут неплохо. Неплохо отдыхали и работали. А тут у них колесо. Это, видимо, мельница была. Водяная или еще что-то такое, да? Ну вот они, да. Лопасти, но водяная мельница. И тоже, видимо, оригинал. Вот так это все выглядит.